Увидишь почти все человеческие характеры и отношения. Дети. Правда же, не всегда хочешь, какими они вырастут. Мы любим их сегодня такими, какие они есть. И все же. Такова родительская жизнь. Экзамены сдают дети, а страдаем мы. Но если подумать, этот тревожный институтский двор отражает самые глубокие наши общие заботы. Да, мы остались дома, у нас больше выдержки, и мы можем посмеиваться над этими беспокойными людьми. Но разве мы не волнуемся? Разве не перебираем в уме все, что мы сделали для наших детей и чего не сделали, чтобы они могли выдержать экзамены? Хоть вопросы переписать. Может, это спасет. Когда речь идет о сыне или дочери, жажда деятельности подчас бывает сильнее здравого смысла. Так теперь будет всегда. Поступают ли дети в институт, идут ли работать, служить в армию или просто женятся. Во всех случаях сознаем мы это или не сознаем. Экзамены держим и мы, родители. Хорошо ли мы воспитывали своих детей? Хорошо ли подготовили их к жизни? И никогда этот экзамен не кончится. В нашем фильме мы расскажем о нескольких людях, которые ищут пути современного, эффективного воспитания. С разрешения хозяев поднимемся в квартиру конструктора Владимира Степановича Скрипалева. У него двое детей, Олег и Ольга. К Ольге пришел гость. Ай, Гуки. Ну? А если тебе два пальца дать? Страшно или не страшно? А? О, как мы хорошо сели. Хорошо, правда? Хорошо. Посмотри, сколько времени рассматривает, Володь. Прямо удивительно. Причем, ты смотри, как рассматривает. Сверху, вниз, кругом. Смотрит, смотрит. Первый раз, скажи, вижу такое. Да. Кто это такой? Чего это он? А крепко держится. Держится хорошо, скажи. Ой, как хорошо я держусь. Встанем? Как ты думаешь? Ну, встань. Вот так. Вот какой, вот какое, трудное, трудное, трудное. И на ножках, и на ручках хорошо, хорошо вес распределен. И как они это хорошо умеют делать. Ты посмотри, как хорошо. Ведь сейчас, только сейчас, когда вот так ножки, ручки и головенки приходится работать, самое-самое главное происходит, скажи, да? Сейчас происходит то, чего не подозревает папа мамы. Не знают они, что тут начинается шевелиться. Оля уже плавает. Оля уже становится на ножке, да? Оля очень крепко висит на пальчиках. Наверное, Олю можно будет поднять. Ну-ка, давай попробуем. Вот как, вот как. О, Оля даже нас обрыгнула. Молодец, Оленька. Мам, теперь можно с ней начинать ходить. Да? Хотя можно было и раньше начинать. А мама не знала, не знала, не знала, что можно ходить. Давай попробуем с тобой. Ну-ка, держись. Ой, как, ой, как. О, хорошо.
так, вот так. Первый шаг трудный, да? Очень, очень трудный. Я понимаю, как тебе трудно. Иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая. О, и руку трудно бросать, да? Вот как. Погодите, что вы делаете? Вода в ушки зальется. Ничего страшного. И мы вовсе не настаиваем на том, что детей надо купать таким экзотическим способом. Но зададим себе вопрос. Будет ли Оля благодарна своим родителям за их бесстрашие? Послушаем опытного человека. Папы и мамы совсем не подозревают о том, какие колоссальные возможности у новорожденного. А вот сейчас, когда он начинает ходить, когда он начинает плавать, ведь это колоссальный толчок и развитию мозга. Начнет рано, значит, можно сделать очень много. Если это сделать сейчас, значит, может пойти очень и очень высоко, и очень и очень далеко. Если через год, это уже будет труднее. И уже того, что можно было сейчас сделать, того достигнуть нельзя. Через два еще труднее, в 7 лет, когда идет в школу, там совсем мало можно что-то сделать. Поэтому надо первые годы, первые мгновения использовать как можно больше. А это что за снаряды? Зачем они в тесной квартире? Что здесь, будущего чемпиона тренируют? Нет. Чтобы сконструировать этот комплекс, хозяин квартиры Владимир Степанович Скрипалев наблюдал не за спортсменами, а за детьми. Здесь можно висеть, качаться, кататься, прыгать, крутиться, держать равновесие, а главное – лазать. 7 самых любимых детских движений. Заставьте мальчика тренироваться на обычных спортивных снарядах. Внушайте ему, что это полезно. Все равно ему скоро наскучит. А Олег просто лазает себе и лазает. Но зачем это все? Это очень важный вопрос. Подумаем над ним. Мы по себе знаем, что школа, работа, культура, вся жизнь с каждым днем усложняется и требует от человека все больших способностей. Можно сколько угодно рассуждать о личности, но что такое личность без способностей? Я отец. Я люблю своих детей. Не могу ли я хоть что-нибудь сделать для того, чтобы мой сын вырастал способным человеком? Если бы Олегу было 15 лет, это были бы полезные спортивные занятия. А в 5 это главным образом развитие мышления, находчивости, сообразительности, воли. Потом все это проявится как способность к учению и работе, потому что навыки, которые ребенок приобретает сразу после рождения, становятся как бы врожденными. На комплекс выдано авторское свидетельство. Он занимает 2 квадратных метра. Но это еще не все. Олег постепенно привык к камере, не замечает ее, и теперь мы можем поговорить с ним. I want to listen. Let me listen for a minute. Is it possible? Да. Да. But how was it? Tell me something. So what? Going slowly, but very manual and very dark. It is not possible. Not possible 300 meters, Oleg. But more like helicopter. 200 километров держала. 200? Maybe 210? 300. Oh, I suppose 400. 3. No, 4. 3. 4. 3, go! This one. С самого рождения детей мама говорит с ними только по-русски, а отец только по-английски. Ребят, пора есть, у меня все готово. Алис, ну через 2 минуты. Oh, let us go, let us look. И естественного способа изучать второй язык в мире нет. Very? Is it true? This, yes. So, but with left shoulder. This. Where? This. Oh, no. Oh.
really. But where is window? This is. Is it? So small. But long. Long. Владимир Степанович взялся за язык специально для того, чтобы воспитывать детей. But will you live there? Yes. Пусть он даже говорит со грехами, что теперь поделать. Но Олег владеет языком свободнее, а Оля будет говорить еще лучше. Пусть не иностранный язык, пусть что-нибудь другое, но что-то же мы должны оставить своим детям в наследство. Так оно и пойдет. От отца к сыну, к внуку, к правнуку. Ой! Вот. Roof. Roof, very small roof. Where is here? After you'll be next story. Where are you? Next story, but who lives here? Однако, скажет зритель, может быть, все эти соображения и правильны, не спорим. Но чтобы мальчишка вот так крутился у меня над головой, нет, увольте. Что ж, продолжим наше исследование. Известная семья Никитиных. Ни одна семья в стране не вызывает такого стойкого интереса. А Никитиных, говорят, вот уже больше 10 лет. Как всегда бывает в таких случаях, о них сложилось немало легенд, но тут уж ничего не поделаешь. Идет спор, правильно ли они воспитывают своих детей или неправильно. Поскольку спор этот имеет общественное значение, Никитины не уклоняются от него, а наоборот, широко открывают двери своего дома. Одни, как Скрипалевы, учатся у них, другим все это не нравится, но все отмечают дух искания, которым наполнены дни и годы Никитиных. Допустим, Антон устал и вот вчера приехал. Так не упрекнуть его надо, а сделать что-то за него, допустим, даже за него. А у нас ведь как бывает... А, вот ты там не дежурил, спать лег. Ведь это же элементарно, он же неделю целую не досыпал. Причем не досыпал серьезно. Так уж лучше было бы просто ему сказать, что Антошка, поспи-ка ты пойди. А потом, вот это, понимаешь, ответное желание тоже сделать так же, все-таки оно дороже, чем вот этот упрек. А упрек сразу родился что? Сразу озлобленность. Сразу опять забота о себе. Вот я должен себя отстоять, иначе я никто не позаботится обо мне. Это самое страшное, что у нас получается. Нет, можно согласиться только с тем, что действительно насилие, какое обычно применяют родители, цик, чтоб послушный был, оно не приведет к тому результату, который мы хотим. Тут я соглашаюсь. Тут я не могу возразить. И, может быть, то, что я скатывался немножко на обычно принятое в семьях давление, чтобы послушался ребенок, это было неверно. И я тебе очень благодарен, что ты меня от этого удержал. Что я слышал? Только теперь я это оценил, что это действительно стоило сделать. Да, но ведь... Тяжело это признаться в своей нынешней, в своей ошибке, в своей неверности, в своих взглядах. Но необходимо. По сравнению, правда, с другими мы выглядим хорошо. Те, кто приходит к нам,
Сказали мальчику, да. Беги там за хлебом, и тут же помчался. Ведь это не чудо, и не во всей семье это получается так. Их, значит, удовлетворяет и радует, что у вас, видите, как хорошо. И на стол накрыли, и обед разогрели, и в магазин сбегали, и посуду помыли. А на самом деле, конечно, это далеко не то, о чем мы мечтали и что нам хотелось. Вот тут, видимо, где-то, значит, есть промашка и в твоем первичном... Наверное, истина, как всегда, где-то... ...проекте, да. Где она, истина, нам еще предстоит разбираться. Да. Как это ни печально, но все равно это нужно делать. Ты уже несколько поздновато, я считаю. Нет, это я считаю, никогда не поздно. Уповать на собственное. Никогда не поздно. Вот это единственное, что я меня не согласен. Никогда не поздно начинать. Папа, поделайте что. Начинать сначала. Это Никитиным приходилось не раз. Когда старшие дети были маленькими, они очень болели, и оказалось, что спасти их можно только в суровой отчаянной закалкой. С тех пор ребятишки бегают по дому без рубашек, а за Никитиными пошла слава жестокосердных родителей, которым не жаль своих детей. Да, рубашки у ребят не забрали, но устроили вот этот спортивный уголок, чтобы ребята могли больше двигаться и не мерзли. Теперь врачи в один голос говорят, у детей отменное здоровье. И может быть придет время, когда мы все поймем, что любить детей вовсе не значит кутать их, перекармливать и зорко оберегать, не бегай, не прыгай, упадешь, разобьешься. Папа, я в твоем гнездышке полежать. Сейчас начнется семейный праздник. Спартакиада с участием соседской детворы. Нужно разметить шест для лазания. Борис Павлович делает это со всей тщательностью. Что у него? Нет других забот? Сколько угодно. Но и детские заботы для него так же важны, как и свои. Только мудрости доступно не заискивать перед детьми и не пренебрегать ими, а быть с ними на одном духовном уровне. Так, все понятно? Нет, я понятно. Значит, первый, кто у нас по списку? 1.10 м у Оли есть. 1.30 м у Оли есть. 1.50 м у Оли есть. Молодец, Оленька, хорошо. 1.50 м. 17 секунд, 1.50 м у Оли. Исправить на 1.50 м. Метр уже. Молодец. 1.10 м. Один метр. 1.1, 11 секунд. 3 метра. Стреляет. О, молодец, Алеша, 3 метра. Все, стреляет, отрезай. Все, стреляет. 3 метра и 19 секунд. Пожалуйста, внимательнее всматривайтесь в эти кадры. Все наши теории, рассуждения и споры ни к чему, если мы не воспитаем в себе такого глубокого уважения к ребенку, к его жизни и всем его детским занятиям. Молодцы. Молодцы, хорошо. Борис Павлович не устает хвалить детей, потому что знает. На похвалах детские души растут, как на дрожжах. Внимательнее смотрите на эти кадры. Шестидесятилетний человек бегает с детьми, подбадривает, утешает. Где он берет силы? Да в них, в детях. Он дает им возможность испытать себя, напрячься, добиться успеха. Он считает секунды и метры. Он занят сейчас одним из высочайших занятий на Земле. Он растит детей. Пусть ребенок уважает себя, гордится собой. Тогда он будет стараться стать лучше, будет уважать людей, будет понимать, как трудно дается людям совершенство. И так же, как физические силы, наши дети задыхаются от обилия впечатлений.
А работы детскому уму мы даем маловато. Стеночка сделай тоже вот так желтые, как у меня, ладно? А у меня вот, посмотри, хорошо. Вот. Во, хорошо. И теперь сядь сюда, делай. Вот ага. Так, синий. У меня опять синюю не получается. Ну, выходит? Выходит, Люба. Выходит. Видишь, что две синие. Две синих, правильно. Играют, просто играют. Но спросим Бориса Павловича, и мы увидим, сколько ротка дорожка от этих кубиков до самых глубинных свойств личности. Вот это вот можно. Эти кубики настолько хорошо развивают мышление ребятишек, что в Югославии один учитель обходит всех своих малышей, которые должны к нему поступить, и за год до начала школьных занятий обучает папу, маму и малышей играть в эти кубики. Он говорит, что после игры ребята потом блестяще овладевают всем циклом математических предметов в школе. Оказывается, здесь заложена формула Ньютона, биноминальные коэффициенты, бином Ньютона. Оказывается, он здесь присутствует вот в этих кубиках. Он в содержании вот этих вот разных окрасок и граней. И можно, оказывается, этот бином и его биноминальные коэффициенты получить складыванием этого куба разъемного, а потом разделяя его по цветам, что тоже чрезвычайно интересно, но это ступенью выше. Это уже мы с Антоном можем, с Алешей, со старшими только разбираться. Малыши, конечно, и до бинома Ньютона еще не добрались. Дело, видимо, не в том, что вот говорят, нужно найти у человека призвание. В этом, на это направляют все силы психологи. На самом деле, оказывается, не то. Нужно сделать человека творчески мыслящим, и тогда любая работа, за какую он ни взялся, будет интересна. И тем более интересно, чем более у него творчески работает голова. По-видимому, в этом секрет развития творческих сил, творческих способностей, творческих личностей. Начинаем. Внимание, пускаем секундомер. Начали. Пошли. Так, я тоже... Что же получится из детей при таком воспитании? Какие-то особые люди? Конечно, нет. Никитины лишь создают оптимальные условия для того, чтобы проявились все природные богатства ребенка. Ничего в нем не заглохло, все пошло в рост. Антон читал в 3 года, кончил 10-летку в 13. Девочки учатся с опережением. А Ваня и сейчас еще читает с трудом, всему свое время. Никитиных это совершенно не волнует. Они вовсе не требуют, чтобы дети во что бы то ни стало подтверждали их теории. Воспитание всегда было и сегодня остается весьма таинственной областью. Конечно, нет большего разочарования, чем разочарование в собственных детях. Я столько сил в тебя вложил, а ты... Но не слишком ли это было бы корыстно ждать от наших детей необычайных свершений, потрясающих удачи и славы родителям? Пусть нам будет наградой сознание, что мы сделали для детей все, что могли. Не станем ждать от Вани подвигов. Пусть живет независимо от нас и наших усилий, но порадуемся за него. Он будет хорошим работником. И, кстати, обязательно будет много читать, хотя бы потому, что дом полон книг и есть первоклассная мастерская. Сейчас в конце вот третьей точки. Товарищ, махая крылом. Вечером, если мама не занята, все тянутся к ней.
Алена Алексеевна очень занятой человек. Кроме работы в библиотеке, она ведет еще постоянный раздел семейного воспитания в «Комсомольской правде». И на ее очерки откликаются тысячи родителей. А здесь только локоток бывает. Ну, где у нас? Вон, черта-то. Возьми, смотри, и вот сюда заверни ее. Да, как раз подхватит. Нет, это же плохая Люба. Мы многого не рассказали о семье Никитиных. О том, как они читают детям сказки, как слушают с ними музыку, как серьезно разговаривают с детьми о жизни. Но, возможно, вы почувствовали главное – добрый дух этой семьи, теплоту отношений. Эти дети бегают без рубашек, но растут они в тепле, хотя родители не всегда довольны ими. Мы это видели. Когда Борис Павлович и Лена Алексеевна поженились, они, как никто, были готовы к труду воспитания. Но даже и они не знали, насколько тяжел и сложен этот труд, если к нему относиться серьезно. Можно спорить с Никитиными, не соглашаться с ними. Но одно бесспорно. Никитины многих из нас заставили задуматься о воспитании детей. И за это мы должны быть им благодарны.